Добро пожаловать на канал «Это вкусно». Сегодня я буду готовить очень вкусное постное блюдо – котлеты из красной чечевицы с булгуром. Готовятся они просто, получаются вкусными и питательными и легко могут понравиться не только вегетарианцам, но также и любителям мясных блюд. А бонусом для тех, кто досмотрел видео до конца, будут два соуса к этим котлеткам. Причем один из них – это соус на основе постного майонеза из аквафабы, рецептом которого я с вами поделюсь. А второй соус будет на основе йогурта. Поэтому, чтобы не потерять этот рецепт, подписывайтесь на мой канал и нажмите на колокольчик. Тогда вы точно не пропустите следующие видео. И, конечно, я жду от вас комментариев и лайков. Начнем с котлет. Для них мне понадобится 1 стакан красной чечевицы, полстакана мелкого булгура, 1 луковица, 1 морковь, 1 картошка, 2 зубчика чеснока, 1 или 2 столовые ложки панировочных сухарей, 2-3 чайных ложки лимонного сока, 1 чайная ложка молотой зиры, пол чайной ложки хлопьев острого перца, соль и черный перец по вкусу, а также петрушка и кинза. Чечевицу промываем и заливаем холодной водой на 1 час. Промываем булгур и даем воде стечь. Ни булгур, ни чечевицу в этом рецепте предварительно я не провариваю. Натираю на мелкой терке морковь, затем картошку. Лук можете мелко нарезать или измельчить в блендере, но я тоже натру его на терке. Разогреваю немного оливкового масла и обжарю все натертые овощи буквально минут 5. Теперь добавляю специи. Отправляю в сковороду булгур. Все хорошо перемешиваю и отставлю в сторонку, чтобы немного остыло. Чечевицу откину на сито, чтобы стекла лишняя вода. Теперь в чашу блендера выкладываю чечевицу, добавляю пару зубчиков чеснока, у меня они очень маленькие, поэтому я кладу чуть больше, и зелень. Я беру петрушку и кинзу, вы можете взять на свой вкус. Добавляю специи и сок лимона и пробиваю. Время от времени собирайте со стенок чаши чечевицу, чтобы все перемололось. Вот такая смесь получается. Она достаточно сочная и хорошо лепится. Соединяем обе смеси и перемешиваем. Если фарш получается жидковатый, то можно добавить панировочные сухари. Я положу буквально 1 ложку. И сейчас можно попробовать фарш на вкус. Если чего-то не хватает, то добавляем. Делю фарш на равные части. И у меня получилось 15 вот таких заготовок. Часть котлет, чтобы уж совсем была полезна, я запеку в духовке. Смазываю пергамент растительным маслом. Формирую котлетки. Форму придавайте любую. Сверху тоже можно смазать растительным маслом, чтобы они поджарились. Ставлю в разогретую до 200 градусов духовку на 20-30 минут. Через 10-15 минут котлетки можно перевернуть. Оставшиеся котлеты я поджарю на сковороде. Котлеты из чечевицы стоит попробовать даже не веганам, ведь они запросто могут заменить вам мясо.
очень хорошо подать к ним какой-нибудь соус, например, на основе обычного натурального йогурта. Для этого возьмите натуральный йогурт, сок лимона, соль, черный молотый перец, хлопья острого перца по желанию. Смешайте все ингредиенты и готово! Но для постного меню у меня есть другой соус. Многие просили рецепт приготовления постного майонеза из аквафабы. Аквафаба – это вода, в которой варился нут, а также жидкость сконсервированного зеленого горошка или фасоли. У меня сегодня нутовая вода. Беру 100 мл аквафабы, 1 чайную ложку горчицы, 1 чайную ложку лимонного сока, 1 чайную ложку сахара, пол чайной ложки соли и примерно 150-250 мл растительного масла. Смешиваем все ингредиенты, кроме растительного масла, и пробиваем погружным блендером до побеления. Наливаем сразу 50 грамм растительного масла и взбиваем. Остальное масло вливаем понемногу, продолжая взбивать. Густота майонеза зависит от количества растительного масла. Часть майонеза я оставлю более жидкой консистенции. А сюда еще добавлю немного масла и продолжу взбивать. Ну вот, майонез и готов. Он получился более густой. Я хочу сделать на основе этого майонеза соус с чесноком и зеленью. Добавлю сюда немного петрушки, кинзы и чеснока и пропью блендером. Вот такой соус получился. Как видите, ничего сложного нет. Любой из этих соусов только подчеркнет вкус чечевичных котлет. Так что готовьте и не забывайте следить за нашими выпусками. Ну и конечно, чтобы не пропустить новые вкусные рецепты, подписывайтесь на мой канал и поддержите меня лайком.